355 номер. Это номер нашего Анатолия. Замечательный райский. А, вот и Минго, смотрите. Вот Минго. Я увидел Минго, смотрите, на дереве Минго растут. Вот, смотрите. Ребята, смотрите, вот Минго. Настоящий флоридский Минго. Вот он. Минго. Настоящий райский уголок у Анатолия Васильевича. Вот его Минго. Апартаменты. Вот его апартаменты. Цветочки. А там есть проход за хату с той стороны? Да. Пойдем посмотрим. Мерседесы, Вольвы, Шмольвы. Посмотрим, что здесь у Анатолия Васильевича. Сзади, на заднем дворе. Он говорит, что у него 7 выходов. Это один из 7 выходов. Вот еще его лес. Деревья, джунгли. Это здесь кондиционеры, отопительные бачки и все прочее. И все прочее утварь. Перчик растет. Цветочки. Пальмочки. Опять цветочки. Оу. Велики, шмелики. Ух ты, ящерица бегает по дереву. Попугайчики толиковые кричат. Ну вот такой замечательный небольшой райский уголок. Огромное дерево. А вот и кактус. Ух ты, это же кактус такой. Какой кактус, какой кактус. А это что, лесной домик? Это что за домик? Лесной домик. Здесь инструменты и всякая утварь. Короче, как кладовочка. Ну и вот, повидали. Повидали мы домик снаружи и вокруг. Огромная сосна. Огромная сосна. Илизар и Татьяна в раю Флориды. В раю Флориды. Все только перед раем тем небесным. Да. Вот она, красотища Флориды.